Гидрометцентр прогнозирует скорое наступление весны. В начале марта погода преподнесла жителям региона неожиданный сюрприз. В некоторых районах температура воздуха ночью достигала 23 градусов мороза. Всему виной антициклон, который продолжит обосновываться на территории области. Он будет оказывать влияние еще как минимум 10 дней. Тем не менее, такие холодные ночи, по словам синоптиков, уже не вернутся. И вскоре, по крайней мере днем, воздух начнет прогреваться до комфортных температур. Ночью пока обещают минус. Нас ожидается погода преимущественно без осадков. Да, могут быть в отдельные дни проходить атмосферные фронты, но они на фоне высокого сильно больших осадков нам не дадут. Вот, ветер будет менять свое направление разное, и северный, и северо-восточный. По скорости где-то 3-8 метров в секунду. Основной фон температуры минус 3 плюс 1 градус. Ну и вот последующие дни у нас ночью где-то минус 2, минус 7 градуса. Ну а днем все теплее и теплее. Минус 1, плюс 4 градуса. Не исключено, что может воздух в дневные часы дальше прогреваться и до 7, 8, 9 градусов тепла.